Всем привет! Мы приехали на площадку реалити-шоу «Реальные кабаны», где сегодня проходят съемки второго этапа – визита к участникам. Напомню, что на кастинг было подано более 200 заявок, но жюри во главе с нашей ведущей Ингой выбрало только 10. Понаблюдаем и не переключайтесь. Ну что, оторвем ребят от съемок и подсмотрим, как все проходит. Александр, сколько стоит прокатиться в такси с красивой женщиной на переднем сиденье? Бесплатно. Ее, ура, наконец-то! Только потому, что она красивая. Инга, это один из десятки. Да, это один из десятки. Очень душевный молодой человек, его зовут Александр. Если честно, получила особое удовольствие, пока записывали его. Ты еще и в армии служил? Да, да, я служил. Где? Я служил в армии, в ПВО. Слушай, насколько я помню, это именно ты так прям втащил тренеру хорошо. Да. Папа на заводе работал, а мама на рынке торговала. Ну да, почему? Папа. Как у всех, ну, я тебе скажу, как у всех. Как у всех, у тебя точно так же. Ну, почти. На самом деле, я пришел на проект, я был уверен, что я не пройду. Я буду пахать, я реально буду пахать, я постараюсь. Ну, давай его немножко воодушевим, потому что, когда мы записывали на кастинге с тобой интервью, ты сказала, что у тебя есть любимчики. Наверняка Александр туда входил. Ты знаешь, чем больше я погружаюсь в общение с молодыми людьми, которые участвуют в нашем проекте, не знаю, я так их всех уже полюбила. Вот просто даже не знаю, за кого буду топить, но за кого-то обязательно буду. Здравствуйте, это реалити-шоу «Реальные кабаны». Пойдемте. Прямо пошлепать. А нужно прикладывать ушко? Ну, конечно. Ты, видишь, чувствуешь, барабанит. Я купил тату-оборудование, сел дома спокойно на кухне и начал вот творить. Я могу раздеваться, да? Полностью. И ложиться. Периодически уединяюсь с ней. Конечно, после твоей фотографии. А, да, я для тебя самую отборную дорожечку сделал. То есть ты завидный жених? Да. Господи, он такой милый, я просто не могу. Ну что, хорош. Все, да? Все, все, вы можете идти, а мы пройдем по... Я знаю, о чем мы сейчас будем говорить. Это же не первый момент, у нас этих блогеров тысяча. Дед азербайджанец, мама полька, они, получается, встретились тут, когда отца отправились сюда служить, а мама приехала сюда учиться. Любовь, искра, буря, безумие, ЛДЖ. Умеешь? Нет. Короче, если честно говоря, то женщины сейчас вот на улице, на самом деле, какие-то сильные. Инга, будет жара. Будет жара такая, я когда узнала, кто он, что он, какое у него было детство, где он рос, как он первый раз подрался. Если честно, этот молодой человек может составить конкуренцию всем остальным и ого-го какую. Итак, мы напоминаем, что все выпуски будут доступны на YouTube-канале «Перематч». И, кстати, все визитки, которые вы сегодня снимаете, тоже будут выложены отдельными видосами.